В общем-то, этот доклад посвящен, по большому счету, месту хирурга при лечении данной патологии, как саркомы, в принципе, как костей, так и мягких тканей. Я никого не удивлю, если скажу, что это очень редкая опухоль, но при этом посмотрите, насколько они разнообразны. Как саркомы мягких тканей, мы можем выделить не меньше 150 подтипов, так и в случае сарком костей. Когда мы говорим о столь разнообразной гетерогенной группе опухолей, мы понимаем, что сам морфологический подтип оказывает значительное влияние на выбор тактики лечения. Притом для ряда опухолей, особенно low-grade опухолей низкой степени злокачественности, хирургия может выступать в качестве единственного средства лечения. Когда же мы выбираем, какой объем или какую комбинацию из методов применить, мы учитываем и функциональные результаты при предполагаемом воздействии. Оно также влияет на выбор тактики лечения. Когда мы говорим о первичной опухоли, объем необходимого хирургического лечения мы определяем путем различных средств навигации, исследования. Мы определяем распространение по костно-мозговому каналу, в том числе пытаемся найти скип-метастазы. Учитываем их мы, учитываем отношение к ростковой зоне, к кортикальному слою. Мы пытаемся оценить экстраскелетное распространение, взаимодействие с критичными структурами, такие как сосудистые нервные структуры, отношение к суставам. И после того, как мы выполнили неодъювантную терапию, мы оцениваем эффект от нее. Поэтому эти постулаты, в общем-то, не менялись очень долгое время. Когда речь идет о вторичных изменениях в костях, то, конечно, мы учитываем солитарное ли это поражение, наличие патологического перелома или угрозу ее. Когда же речь идет о бластических очагах и когда поражены кости, не несущие нагрузку, мы оставляем хирургическое воздействие на второй план. И, естественно, доминирующим значением здесь обладает терапия основного заболевания, и участие мультидисциплинарной команды в любом случае необходимо для того, чтобы определить показания к операции. Вообще, в настоящее время руки у хирургов серьезно развязаны. И уже, наверное, не вопрос резекции, не вопрос удалимости опухоли. Вопрос, скорее, реконструкции. И, по большому счету, открытый вопрос, возможно ли все заместить. И когда мы говорим о реконструкции костей, применяются различные методики, и аллографты, и аулографты, композитные методики, модульные эндопротезы, и, конечно же, особенно последние десятилетия рынок захватили индивидуальные эндопротезы различными механизмами изготовления. И, по большому счету, в настоящее время мы можем замещать не только костные структуры, но и мягкотканные структуры, и различные замысловатые пластики собственными тканями, так и синтетикой, существуют и активно применяются в нашей практике. И так, например, мы можем применять одновременно и реконструкцию костей, и реконструкцию мягких тканей, в данном случае точки прикрепления связки надколенника, и после выполненной мышечной репозиции мы достигаем лучших функциональных результатов. Опять-таки, если стоит вопрос о сосудистом поражении, то и это не является для нас большой проблемой, и в настоящее время мы можем заместить и сосуды различными методами. В данном случае использована собственная вена, большая подкожная вена, и ввиду большого распространения по мягким тканям, по внутренней поверхности бедра, был успешно замещен дефект бедренной артерии большой подкожной веной. Опять-таки, любые комбинации возможны, как со стороны реконструкции костей, так и мягких тканей, так и сосудов, что представлено на данном слайде после экстраартикулярной резекции с резекцией магистральных сосудов и последующим эндопротезированием. Что раньше же наступит? Предел возможностей для хирурга или предел разумного? И здесь надо учитывать все-таки, что это проблема мультидисциплинарного. И зачастую мы видим то, что пациент, который сталкивается с проблемой редких опухолей, начинает подвергаться тем воздействиям и тем методикам лечения, которые доступны в конкретном
учреждений. Его будут оперировать до последнего, пока есть для этого возможности и настрой хирурга. Или будут подвергать той химиотерапии, которая есть в учреждении, и если это учреждение обладает слабыми хирургами, хирургическое воздействие относится на второй план. Поэтому отсюда естественный логичный вывод и старый вывод, что саркомы костей и мягких тканей должны лечиться в референсных центрах, которые обладают полным спектром помощи и мультидисциплинарной командой, которая, естественно, должен был включен не только непосредственно участники лечения, но и реабилитологи, которые позволят добиться оптимального функционального результата. Когда мы говорим о резекции с реконструкцией, естественно, все зависит от самой биологии опухоли, от процесса и от использованных конструкций, которые повлияют как на непосредственный результат функциональный, так и на отсроченный функциональный результат. В индивидуальном эндопротезировании, естественно, происходит революция в связи с появлением 3D-принтинга. Если раньше на рынке мы могли видеть только таких титанов индивидуального эндопротезирования, как Stenmar, которые позволяли замещать дефекты костей с использованием технологий растущих эндопротезов, подбирать как ключ-замок, индивидуальное решение для каждого пациента, особенно это критично для пациентов детского возраста, так и другие компании, которые выпускали индивидуальные эндопротезы, в частности для решения вопроса тучезапястного сустава, естественно, хирургия таза также нуждалась в индивидуальном эндопротезировании и достигали замечательный функциональный результат. Но это дорого и долго. И обратите внимание, как драматически поменялась ситуация на рынке изделий с появлением 3D-принтинга. 3D-принтинг – это та революция, которая позволила добиться совершенно уникальных решений. Изначально начато в виде стереолитографии, потом эволюционируешь в селективное лазерное плавление, позволяет изготовить совершенно уникальные изделия из металлического порошка, из титанового порошка по математическим моделям. И опять-таки мы видим воплощение самых смелых идей, от мелких косточек до массивных конструкций с замещением тазового кольца. И так, опять-таки, и в нашей стране мы применяем 3D-технологии для замещения тазового кольца, в частности, что позволяет добиться замечательного функционального результата, особенно когда нам удается сохранить собственные структуры. У нас были непредвиденные проблемы с видеорядом, к сожалению, выяснено сегодня. Я попрошу запустить видео 15 месяцев после операции нашу техническую службу. Замечательный функциональный результат после резекции тазового кольца с сохранением максимального количества собственных структур. Большое спасибо. Вернемся к презентации. Поэтому ровно как и в случае с поражением периферических костей, и определенные решения существуют для замещения дефекта локтевого сустава, также с прекрасным функциональным результатом, простите за технические сложности. Однако, когда мы говорим о таких сложных резекциях, мы должны понимать, что не всегда все идет по плану. И надо помнить о тех рисках, которые связаны с операциями на опорно-двигательном аппарате. И они всегда связаны с обширными дефектами. Это всегда сложная конфигурация ран, конфигурация имплантов. Это всегда наличие инородных имплантированных конструкций, которые, естественно, повышают риск инфекционных осложнений, что и отражается в литературе. Посмотрите, насколько широк разброс в отношении осложнений при реконструкции таза, который варьирует от 18 до 60% в зависимости от того, какой сегмент был замещен, какая конструкция была применена, какая коморбидность у пациента. Поэтому надо всегда трезво оценивать перспективы. Не надо забывать о том, что у нас возможны многоэтапные резекции, а иногда резекции без реконструкции. В данном случае тот пример, когда пациент оперировал Георгий Иванович порядка 40 лет назад, и пациент прекрасно перенес ее по поводу хондросаркома тазового кольца и прожил замечательную жизнь, и родил детей, и со стороны функции при помощи ортопедической обуви был замечательный функциональный результат. Даже уже есть правнуки, подсказывает Георгий Иванович. И
Мы в 2021 году применяем такой подход, когда понимаем, что резекция с одномоментным эндопротезированием может быть связана со значительным количеством осложнений, опасностей для пациента. И в данном случае мы выполнили резекцию по поводу выраженного дедифференцированной хондросаркомы тазового кольца без одномоментной реконструкции. Пациент встал на ноги, и здесь, к сожалению, видео не воспроизведется, но это первые шаги его по коридору больничному. И в дальнейшем пациент в настоящее время при контрольном обследовании имеет рецидива, и пациент даже в большей степени воздерживается от реконструкции, его по большому счету устраивает функциональный результат, и он в данном случае продолжит жить у нас без реконструкции на высоком функционале. Не надо забывать то, что хирургии первичной опухоли не заканчивается дело. Это не та конечная точка. И есть замечательный опыт наших коллег, торакальных хирургов второго отделения нашего учреждения, профессора Левченко, по изолированной химиоперфузии легкого совместно с метастазэктомией. И даже такое значительное поражение. 42 метастаза с одной стороны, 28 метастазов с другой. С одновременной химиоперфузией пациент прекрасно перенес по поводу остеогенной саркомы и жив по сегодняшнему день и опять-таки живет с высоким функциональным результатом. Не надо забывать, что это мультидисциплинарная проблема. И опять-таки, я часто привожу замечательное произведение Моши Шейна, известного хирурга, «Здравый смысл экстренной абдоминальной хирургии». На самом деле, иногда мы видим то, что этого здравого смысла не хватает и в нашей патологии. И иногда хирургов надо останавливать. Мы помним, что время идет вперед, и мы не только хирурги занимают первое место в отношении выбора тактики лечения. Хирургия не всегда является золотым стандартом. И слава Богу, те работы, которые уже были опубликованы довольно давно, доходят и до рекомендаций, и уже консенсус принят по поводу терапии фиброматоза десмоидного типа. И в настоящее время первым этапом является активное наблюдение в зависимости от анатомической зоны, в которой возможно прогрессирование заболевания. Причем активное наблюдение – первый этап как в неблагоприятном случае, так и в случае, если в неблагоприятной зоне не зафиксировано прогрессирование заболевания. То есть фиброматоз десмоидного типа – это та патология, которую лучше не оперировать при первой же возможности. Дальше, естественно, когда есть прогрессирование процесса, угроза жизни и высокие функциональные дефекты, мы применим различные методики. Но в первую очередь это наблюдение. Есть замечательные работы и по другим опухолям, в частности, по теносеминальной гигантоклеточной опухоли, по поводу пигментированного вилонодулярного синовита. И те точки приложения для системной терапии, которые мы в настоящее время находим, позволяют зачастую избежать операции. Но это совершенно замечательный случай, который мы подсмотрели на АСКО, и есть публикация, причем 2019 года, случаи излечения новорожденного с интеркоммутированной фибросаркомой. В данном случае удалось воздержаться вообще от хирургического воздействия, которое, скорее всего, несло бы калечащий характер для ребенка. Опять-таки, ситуации могут быть самыми непростыми, и это касается и ревизионного эндопротезирования, вообще в вопросах онкоортопедии, так и другие ситуации, связанные вообще с гетерогенностью этой группы опухолей, сложности выбора тактики лечения в каждом конкретном случае, связанные с сложностью конструкций, применяемых для реконструкции, и сложностью диагностики, молекулярной диагностики этих опухолей. Но решающее значение в данном случае имеет, конечно, команда. Команда, которая принимает непосредственное участие в принятии решения дальнейшей тактики. И я думаю, что нашей замечательной командой специалистов со всего мира, которые собрались сегодня для обсуждения данной патологии, нам все по плечу. Здесь представлен постер прошлого года и неофициальный постер этого года. Наверное, мы и есть то братство, которое должно изучать и дальше саркомы и помогать нашим пациентам. Спасибо большое за внимание.